Энергия дня на 15 апреля 2024 года. Что я могу сказать, что вообще день достаточно двойственный, да, потому что здесь есть моменты глубоких переживаний, и также, как говорится, из огня да в полымя может вас шатать туда-сюда, да, но также это, опять же, успокоение. В принципе, то, что вы планировали, да, и будете настроены на понедельник решительно, вам придаст сил, и в конечном итоге вы решите какие-то свои вопросы. Но сильно много не советую планировать, потому что все сойдет буквально на нет или перенесется на вторник уже, да. Хотя, если уж совсем, да, поднажать, включить лидерство, то можно добиться желаемых успехов. По здоровью нужно обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Поездки, в принципе, можно запланировать, да, то есть куда-либо. Личностные отношения складываются, я говорю, тоже двойственно. Если видите, что идете на конфликт, то лучше отойти в сторону, да. Но у любящих сердец, да, романтические моменты, да, пора такая для романтика, для пар. Работа работается, да, то есть в таком спокойном, в принципе, режиме. Но опять же, не забывайте, что любые, ну, как бы, проявления чересчур, да, то есть могут привести к каким-то серьезным последствиям либо конфликтам. Поэтому все спокойно делаем. То есть, если вы от природы неспокойный человек, то валерьяночки, да, то есть запаситесь.